пользователи ни одной серьезной команды, за исключением... Ну вот все говорят, да, вот наши... Еще аналитики говорили, и сейчас, походу, заберут вообще раунд. Фнатики включаются. Фнатики включаются, дорогие зрители. Они не собираются сдаваться. Как бы плохо игра ни шла у всей команды, у некоторых... Да ладно! Как это берется? Это жесть! Что ты поставил в полете одному и без зуба второго? Да как? Покажите эмоции! Есть эмоции? Боже, что это было? Какой он красавчик! Как такие раунды вообще берутся? Это неимоверная жесть. Это просто жесть. Извините за крики, извините. Hiding out. Does he have a flash to use? He won't worry about it. He'll just stay on the M4. And they won't even check it. He gets 1, 2, 3, 4, 5. That's the ace from Hiko. What an insane spray in the A4 commercial as he gets all 5 kills with 30 bullets. Amazing shooting from Hiko to steal up the 13th round. Wow, and that's a force by two. Upgraded pistols and the armor and all those kills coming in so fast at the moment. And the pop flash is coming in so that, to allow them to take control of Connector, where FNX is trying to make a stand. Nitro down to 2 HP now, and he's going to scurry away. Again, we've got Taco just holding a short angle, so it's still Liquid's round to impose on Luminosity. The team now going back to Old Faithful, and Cold might be in trouble. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? A jumping double from Cold! What is there going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the AWP play. Unthinkable scenes there on the B apartments. Back to back, but he gets caught trying to trade out a gun. Fugly finding another one. Jason R trades it back. And now it's Summit in the 1v1 to try and close this out against Fugly. Fugly playing it aggressively. No, but Summit's gonna clutch it. And Splice will close out map number one, 16-11. Oh, wait. What? Okay, then. No! What happened? Oh no! Summit! У нас атаку. Дымовую завесу откидывает по этому направлению. Ну и пока что у нас без активных действий для команды NATO Switzer. Очень хорошая подсадка у нас. И впервые мы ее увидим. Я хочу ваше внимание все-таки обратить на Гардиана, который должен видеть Аплен. Делает минус на FNX. И наконец-то они ее продемонстрировали. С ХЛП также пытается действовать еще один игрок защиты. И пока что абсолютно не могут понять, где же все-таки находится снайпер команды NATO Switzer, который простреливает Cold Zero. Также Си забирает Фера. Это просто право от команды NATO Switzer. Так вот тоже попытался делать хоть что-то, но... Откидывать грамотную флешку, нужно Словаку выходить и вычислять моментально эту позицию. Но, с другой стороны, на длине у нас много точек. Бум пока что возле детской площадки у нас Нави оставили, занимают пока что розового слоника и готовится еще одна читерская подсадочка, друзья. Сколько вариаций мы видим от команды Нави! Вот это да, вот это молодцы! Как же подготовилась команда к этому турниру!